сидит на тех же аккордах. Мама, если более Моисей встал на окна артист. Но это правда, Моисей в года два как стал народный артист. А я, допустим, покупаю пластинку Франц Шуберт и Лист. Я несу домой пластинку, на которой Франц Шуберт и Лист. Вокруг огромная страна, и все уверены, что Боря артист. А я не пил и не кололся, и не нюхал этот яд. Я вроде помню, где мой дом и кто моя семья. Но если Боря Моисеев артист, то кто тогда я? Боря Моисеев, и Киркоров тоже ваш народный артист. А, кстати, все логично, оцените момент. Были у нас выборы, Медведев президент, Суганов коммунист. Ну, значит, Боря Моисеев артист. Я понял правду мира, я больше не борюсь. Я поменял свое сознание, минусы на плюс. Мои ментальные процессы прекратились, мама, полный обшлюз. Мама, что Бердяев, что Леонтьев в этом мире одно. И Бердяев, и Леонтьев, и Флоренский в этом мире говно. Говно, Уна-Муна, Хайдеггер говно. Я было дело, возмущался, теперь мне все равно. Я выбросил все книги, я курю, плюю и зырю в окно. Ведь я Скотт Рюгена, Скотт Блюз. Я больше не сражаюсь, я больше не борюсь. Я поменял свое сознание, минус на плюс. Я правда дергаю щекой и почему-то часто нервно смеюсь. Я туда отправился в Италию, хотел, чтоб продышаться, погулять. Там бродят тысячи туристов, и все ищут Макдональдс, чтоб пожрать. А я смотрел на пресс Кинжолта, и я не понимал, куда ушли те люди, для которых он писал. Я плюнул и пошел искать Макдональдс, мама, я хотел жрать. Молились предыконной Божьей Матери державные есть. Тут, кстати, Кинчев не набрал, но в самом деле православные есть. Я так и бегаю с тех пор, 40 бесов на хвосте. Господи Иисусе, Господи Христе, пошли евреям по шахах, все равно все утонуло. Мечусь, как крыса в лабиринте, в полной темноте. Не понимаю ничего, не понимаю, кто где. Помилуй, Господи Иисусе, Господи Иисусе Христе. Я больше не борюсь, я тихо присоединяюсь, мама, вполне нашлюсь. Пусть может кто-то удивится, но при чем здесь этот древний схоласт? Но в смысле, сколько Рюгена, ну зачем здесь этот древний схоласт? А я отвечу, жизнь вообще довольно скверный анекдот, раз даже сам Рюгена оказался в ней скот. А кстати, мне одна герла сегодня вечером, может быть, да. Ведь я не Скотт Рюгена, я не Скотт Рюгена, но я Скотт. А я не Скотт Рюгена, но вполне себе законченный Скотт, Скотт, Скотт. А вот мои сородичи, Вальтер, Бонг и Дунс, я больше не сражаюсь, мама, больше не борюсь, я поменял свое сознание. Ау! Свинусу на плюс. Скоттский плюс.
царю дядя Скотт.